Ну что ж, мы перегрузились и будем теперь вводить ключи, все по новой. Включаем, естественно, интернет. Так, смотрим, что у нас пробная по новой стала. А этой лицензии, конечно, нет. Ну, поехали. Это может быть долго, но... Так, это превышено. Смотрим ниже что-нибудь. Вот, посмотрим на рабочую, которую я подписывал. По-моему, я на рабочую уже года три молчу уже. Ну вот, видите, все успешно получилось. И поверьте, я, кстати, не репетировал, прежде чем записывать видео, так как у меня система слетела, ну как слетела, затупила. И оно у меня стояло, считаю, я архивировал ее в июле месяце, примерно в июле месяце. Вот она, моя архивация, вот она, где-то в июле месяце. Да, вот смотрите, 29.09.19 года я архивировал, и как бы все вернул обратно, у меня все сохранилось, и лицензия, ну сами видите, все получилось, все как надо. Пишите, не стесняйтесь, многие программы также можно их активировать, и все. Включаем защиту, и 3 месяца гарантированно. То же самое сделали, сброс и все остальное. Так что или у меня скачиваете, или у кого-то с интернета скачиваете. В принципе, все подробно, популярно все объяснил. Всем удачи, подписывайтесь, еще будет интереснее. Дальше. Зовите друзей.